Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, собрать все. Сделать всем подарки. Окей. Так, тренировка. Забираем наш отряд. Ну и сразу же его же и отправляем. Все. Так, вот здесь мне интересно, что у нас. Ведьма! Так, ребят, нам, по-моему, не хватает до ведьмы, чтобы фул. Ха-ха, поехали, конечно. Мы, если проходим с тобой, мы прокачиваем ведьму до фул звезд. Вот что я тебе хочу сказать. Так, возьму-ка ведьмочку здесь. Также возьму вот так. Где мой этот? Где мой Ронин-то? Ё-моё, Ронина не вижу. Потерял Ронина. Вот он, родной. Так, Ронин пойдет со мной и... Так, башню, естественно, вот эту возьмем. Кого там взять еще? Ниндзю, наверное. И последним будет у нас... Да пускай вот так вот будет. Поехали. Че, не понял, там прыгун, что ли, показали мне? Прыгуна во вражеской команде? Ладно, фиг с ним, с этим прыгуном. Ниндзя. Ниндзя пойдет первая. Она быстренько этого чудака завалит. Ай-яй-яй, по кислоте бежит. Ронин. Упс. Упс. Тюрьму. Тюрьму бросили. Оу, сейчас будет крышка. Е. Так, друзья, по-моему, нам как раз и не хватало всего лишь одного поединка для того, чтобы прокачать нашу ведьму. 23 карточек, по-моему, 22 нам не хватало. Сейчас проверим. Так, секунду. Так, покажите-ка мне нашу... Да, друзья мои, все. Все. Ведьма получает пятую. Пятую, последнюю звезду. И вот так она у нас будет выглядеть на фул прокачке. Почему вот это все мне показывает? Я не могу понять. Почему стрелка стоит? Я же ничего не могу сделать. Ну, только прокачайте левел и все. Так, ребят, на этом я заканчиваю ежедневное испытание. Я думаю, не надо объяснять почему. Потому что нет смысла уже мне получать ведьму, так как она уже по фулке прокачанная. Так, 21 ползун. Получает, о, 16 сунь у Куна. Ну и все остальное, ребят. Вообще шикарно, на самом деле. Очень круто. Так, там у нас 21 слизень-морпех, что ли, у нас выползает. Давай я возьму, наверное, вот этот отряд. Поехали. Ну, здесь, как и в тот раз, достаточно будет, наверное, одного фехтовальщика. Как по мне. Вот так вот выглядел когда-то щитобот. На минимальной прокачке, ребят. Просто на самом деле я уже забыл, а вот так вот выглядит когтистый. Я уже просто все это забыл, как выглядит на самом деле. Ему все нипочем, он один тут справится со всеми. Просто. Да. Уровень рулит. Ну что, ребята, мы опять же арену прошли. Ну и теперь идем. Куда идем? Идем на основную сюжетку. Так, здесь у нас копейщик, храмовый пес. Но я думаю, что, наверное, вот этот отряд можно взять здесь. Тигр, конечно, бесит. Очень сильно, прям выбешивает. Интересно, он что-то не стал никого вызывать. Он, неужели он сразу с тигра начнет? Нет, он начал немножко по-другому. Как бы и ниндзю хочется вроде бы вызывать. И в то же время я прекрасно понимаю, что он сейчас вызовет тигра, наверняка. О, тигр вышел, вышел. Давайте бомбить. И толкателя позовем еще. Ха-ха-ха.
Ты серьезно? Они всех пробомбили? Как это так? Смотри, что творят. Ух, с ускорением, ребята, все получилось. Что-то было жестко на самом деле. Вот сейчас такой этапчик был. Ой-ой-ой, Ронин. Ё-моё. Где мой отряд с ползуном? Да ну нафиг, я что здесь буду ползуна тратить, что ли? Не надо мне здесь ползуна. Так, убираем. Убираем отсюда ползуна с этого отряда. Так, ползун, ты уж извини. Здесь у нас должен быть кто? Здесь у нас должен быть прыгун, насколько я помню, да? Вот он. Здесь должен быть прыгун, а извини, этого ползуна я заберу, наверное, да вот в этот отряд. Пока. Убираем с тобой. И где у нас ползунок? Вот он. Вот. Совсем другое дело. Пошли в бой. Так, ползун, если что, нас прикроет. От Ронина, по идее, должен, да? Ага. Ой. Что-то он не прикрыл. Точнее, он прикрыл, но он сразу не подбил его. На тебе, хайкает он мне там. Оу, ноу. Ха-ха, ниндзя, молодец, красавица. Удачно она избежала смерти. Да? Ребят, ползун делает дела. Что я могу еще сказать? Правда, Ронин все равно как-то крепче. Но у нас ползун не прокачан по фулке. Вот в чем беда. Так, здесь что у нас? Ронина нет, слава богу. Но здесь есть тигр. Будем отбиваться как сможем. Давай, сделаем голема. Сразу за голема мы отправляем ниндзю. Ух. Давай, ползун. Ну-ка. Твою налево, а? Там опять тигр вышел, да? Да я слышу, я слышу. Эй! Фига тут глюки. Да ты запален со своим уже тигром этим. Просто заколебал, а? Он ничего не дает сделать мне. Я уже не знаю, что тут. Вот так вот попробуем. Своими двумя ниндзями там достанет. Секунды у нас на все про все.
8 секунд, друзья, 8. Есть. Трэш, трэш. Просто трэш, ребята. На последних секундочках мы успели с вами разбомбить ему базу. Понимаешь? Вот так вот. Поехали. Здесь все эти. Тут Ронин, кстати, блин. Я надеюсь, он и будет его первым выпускать. О, отлично. На. Иди отсюда. Вот это плохо сейчас было. Влупляем. Раз, два, три. Ой, как хорошо. Блин, он уже богиню вызвал. Да, друзья, это плохо дело. Что вызвал богиню-то уже? Ну-ка. Фух. Сдуло ветром эту богиню солнца. Как я не знаю кого. Ронин. Давай. Хоба. Вот и все. Вот и победушка. Так, ну что, мы прошли с тобой нефритовую долину. Все это у нас есть, все это у нас прокачано. И долина подданных, собственно, персоны. Так, ну против этих мы, наверное, возьмем опять же этот отряд. Ползун у меня там еще. А, ладно, ничего страшного. Ползун силы. Так, ну он, наверное, будет, как всегда, вызывать своего мелкого этого, стража. Поэтому сделаем немножко хитрее. И ниндзю сразу же. И жабу с молотом. Вот, вот он, ребят, прибыл слизень. Жгем. Оглушили. И дальше начинаем пробивать. Все, тут победа, я так понимаю. Да. Тут победа. Так, переходим на следующий этап, второй. Смотрим, кто у нас приваляется здесь. Блин, хищнец. Хищнец. Так, мы обычно с тобой, когда хищнец идет, берем вот этот отряд наш. Где у нас щитобот, молотильщик, вот это вот все. И защищаемся против хищница именно вот таким отрядом. Это для начала. И вот так вот. Но сейчас он опять вызовет. Поэтому тут паладин понадобится. Сейчас опять отправит отряд. Ну, ты сам понимаешь, что тут уже бесполезно ему что-то делать. Ну куда ты вот бежишь-то, а? Я не понимаю. Неугомонный хищнец. Все, разобрали. Разобрали и двигаемся дальше. А вот тут уже пришелец. Похититель невинных душ. Ладно. Ну что, мы будем жертвовать, наверное, молотильщиком, если что. А будем отправлять его, пускай он похищает. Но сначала, естественно, я попробую накопить 500 энергии и сразу выпустить на поле боя друидку. Потому что пришелец в таком случае будет похищать только наши тотемы. А юнитов он даже не сможет тронуть. Понял, да, что он делает? Вот именно к этому
и шло все дело. Чтобы он чисто похищал наши тотемы. Че себе у нас там ускоряха сработала. Тут можно ускорение уже врубать, ребят. В любом случае победа. Все. Тут уже как ни крути, мы никуда не деться. Ну и двигаемся дальше. Четвертый этап. Здесь тоже есть хищнец, к сожалению. Поэтому переключаемся опять же на наш отряд с щитоботом. Вот он. Ну, тут хищнец, по-моему, не будет уже первым выпрыгивать, насколько я помню. Тут пойдет страж. Так, пришелец был у него? Или не было? Что-то я запамятовал. Ладно, в любом случае вызовем друидку. Успеет ли? Ну, по идее, должна успеть друидка пойти. Потому что этот медленный, он у него там хоть 1000 лап. Ой, не то я нажал. Эй! Ты успокойся, парень. Упс. Так, ураганчик. Так, иди сюда, Тритон, ты достал там уже. Издалека-то бомбашить. А дальше можно включать ускорение. Тут все равно им ничего не сделать. Там друидка стоит, она бомбит этими тотемами. Через каждые 3 секунды. Конечно, шансов у них там на выживание не было. Так, лорд пустоты. Лорд пустоты здесь, значит, да? Будет босс. Ну, естественно, мы его, как всегда, не увидим. Мне так почему-то кажется. Эх, Ронин, Ронин. Вышел опять не спеша. Давай, 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 слизня. Тю. Правильно, нечего ему тут делать. Эй! Эй! Ты припарил? Фига, этот пришелец. Одного хоба захомутал, второго хоба захомутал. Молодец. Лихо работает. Так, что у нас тут выпадает? Лорд пустоты. Жаба с молотом. И мы переходим на территорию роботов. Территория роботов. Сразу толкатель, да? Тут толкатель, бомбер. Блин, и расстояние маленькое. Так, ладно, поехали. Сразу начнем и, соответственно, конечно же, сразу еще ниндзю. Сейчас он тут будет толкать, ребят. Угу. Давай, ползун. Станем? Нет, просто убиваем. Двух ниндз. Прикинь, одним ударом он двух ниндз в этот бомбер вынес. Вот такой вот он зануда. Так, у нас тут на этом отряде кончилась энергия, я смотрю, да? Ну ладно. У нас есть еще вот этот отряд. Попробуем тогда им пробомбить. Джаггернаут у нас тут, да? Джаггер. В принципе, баллиста. Да нормально тут все будет. Пускай этот летит пока.
Так, сразу же начинаем готовиться к баллисте. Ребят, баллиста нужна. Все. Он начинает бомбить. О, как хорошо. Так, толкатель упал, этот упал. Ну и мы начинаем запинывать ему базу. Просто запинывать базу. Вот и все. Прекрасно. Так, двигаемся дальше. Так, молотильщик. Ну, мы проверяли, по-моему, наш фехтовальщик будет покруче, чем молотильщик вражеский, да? Мы это уже сравнивали, сейчас проверим. Еще разок, так сказать, чтобы убедиться. Да, упс, ну это, конечно, это если он выпускает эту, блин. Ну тут тогда Джиггернаута лучше позвать. Культ такое дело. Джиггернаут этого молотильщика просто перемалывает, как сосуночка. На-ка, посиди в темнице в сырой. Упс. Да ё-моё, ну... Ты посмотри. Ты что, серьезно что ли, блин? И одного, и второго он мне, блин, нахлобучил, прикинь. Ну-ка, клетку. Фига, совсем оборзели. Нет, этот толкатель меня просто выбивает из себя. Давайте, грифоны, ё-моё, ну. Все, наконец-то, наконец-то. И года не прошло, как мы разобрались с нашим врагом. Едем дальше. Так, тут... Да тут ничего такого особого не прибавляется. То же самое. Все абсолютно то же самое. Так, может быть, нам жнеца позвать? Не? Так, ладно. А ну тут уже точно баллиста нужна. Давай, 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 баллиста. Вышел, блин, явился, блин, не запылился, а? Вот так вот. Чтоб знал свое место. Сиди, подумай над своим поведением там. Я хочу позвать жнеца, друзья. Пускай жнец тут с ними разбирается. На. Вот это я понимаю. Толкатель тут еще выпендривается что-то. Все. Прикинь, так быстро. И последний здесь этап. Термин. Не-не-не-не-не. Тут берем наш элитный отряд. Термин 9000, с ним лучше не шутить. Знаем мы его, эти приколы. Так, подожди. Молотильщик идет. Просто упал, да? Ничего не стал делать. Рыпаться не стал. Дайте мне хоть на ведьму-то посмотреть, как она хоть выглядит. Преображенная-то наша. Да... Летите отсюда, а? Вот она. Такая злющая. В кастрюле с какой-то, в кастрюле
Человеческая рука. Сварила супчик, да? На. Ой. Ой. Друзья, термин вышел. Да вы бейте термина. Есть. Ну вот. Так вот, ведьмочка нормально, ребят. Выглядит прикольно. Фух. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Так, забираем здесь сундук. Ядерный робот. Оу. Мы прошли уже еще один портал. Когда мы нашего ядерного робота прокачаем? Кто мне скажет, а? Мы его качаем, 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 качаем. Ага. Еще 52 карточки на него нужно. На этого джиггернаута нужно тоже, ребята, 33 карточки. Ну, никак не получается получить на него, к сожалению. Ну что, погнали. Так, что, куда мы погнали-то? Мы погнали в следующий портал. Следующий портал у нас встречает территория нежити. Потом нефритовая долина. Захватчики идут. Подданные, опять же, роботы. Так, ребята, с роботами сколько? Одна территория, да? Ну что? Зомби-камикадзе плюс обычные зомби. Ну, мы здесь возьмем, наверное, вот этот отряд. Так, зомби-камикадзе и обычные зомби, да? Слушай, ну тут, тут, по идее, нам надо быренько их разбирать. Так, давай, 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 давай. Хорошо. Успел все-таки он дойти, успел дойти, успел взорваться. Побежал. Побежал. Не понял. Это так взорвался этот робот, что... Точнее, взорвался камикадзе, что взорвал на моего робота. Так что ли получается? Так, ладно, иди сюда. Сегодня база взорвалась уже. Ну, сегодня она вообще взорвется или нет? Но она бумкнула. Так, дальше. Тут когтистый. Так, ребят, тут когтистый, поэтому... Че, этот отряд брать против когтистого? Блин, он же будет доставать по моей этой... По моему всаднику, он уже ровнее. Вот она, чем беда-то. Когтистый здесь такой самый-самый вредный. Самый вредный. Так. Он его успел вызвать. Да ладно, глазам не верю. Молотильщик его перемолол. Представляешь? Круто. Ай-яй-яй-яй, кольнул, называется, да? Всадник на журавле кольнул этого зомби камикадзу и сам погиб. Все, тут победа. Замечательно. Так, ну что, двигаемся дальше и смотрим, что на этот раз выпадает. На этот раз выпадает банши. Упс. Так, погоди, а как мы? Этим, что ли, отрядом играть? Банши. Ну, Джаггернаут, в принципе, может ее как бы ушатать. Слушай, а если посмотреть фехтовальщик с зомби... Блин. Быстро справится? Ну, не настолько быстро, но быстро. Вот с этим он быстро справляется, я заметил. Ай, бежит криволапка.
Вот это вот стерва сейчас начнет орать. Опять же, ребята, опять же, фитовальщик очень крут. Он быстро разбирается и с теми, и с этими. Бумснул здесь, да. Здесь уж ничего не поделаешь. Бумкнул так бумкнуло. Ну, фехтовальщик, конечно, хорош. Просто одного за другим. Чпок-чпок. Он еще, видишь, ускоряется, когда у него в ярость впадает. Вот и все. Вот и нету больше противников. Так, дальше мы идем на предпоследний этап. Вот здесь вот, здесь прыгун. Так, а у нас что? А у нас энергии-то осталось только вот две штучки. Ладно, блин, прыгун. Ну, всадник, маг-рыцарь может, в принципе, контрить прыгуна. Но опять же, он в истерике обычно выпрыгивает. Ладно, попробуем. Нет, не сработала у него истерика. Сейчас обоих. Ай. Так, прыгун сейчас опять будет. Вот сейчас нам крупно повезло, что он без истерики. Мне некого, мне неким было прикрыться. Вот в чем дело. Упс. Есть. Ой, успели. Успели, я думал, сейчас пробежит. Так, и последняя миссия, ребят. Жнец тут, короче. Тут будет жнец. Ну, босс, я имею в виду. А успеет ли он выйти, это еще не факт. Угу, отправляет на нас вот этих вот банши плюс зомби. Блин, тут и камикадзе есть. Опять сейчас двоих, а? Рони, ну шевели чулками-то быстрее. Да? Я не думал, что Ронин может прыгуна завалить. А он завалил. Ну что, друзья, мы забираем с вами награду за территорию нежити. Все это у нас есть. И, по-моему, насколько помню, энергии больше у нас не осталось. Этот отряд неиграбельный. Ну что, тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.